Ну что, ребят, всем здравствуйте, да? Всех приветствую. Сегодня мы продолжаем проходить мафию. Да, давно ее, кстати, не было. Вот. Поэтому сразу поудобнее. Там кушать, кофеек, чё, кому что нравится. Пледик, хорошее настроение. А мы начинаем. Приятного вам просмотра. О, привет! А ну-ка. Сегодня вам надо будет заскочить в пару мест, собрать деньги за крышу. Два ресторана и мотель за городом. Билл из мотеля в последний раз припоздал. У него были некоторые проблемы. Так что сегодня он заплатит немного больше. Возможно, ты слышал, что некоторые преступники зарабатывают с помощью угроз. Это определенно не наш случай. Люди, которые нам платят, получают услуги. Услуги, которые они не смогут получить от полиции. В прошлом месяце, например... Сэм и вот Полли решили серьезную проблему с насилием в одном ресторанчике. Теперь владелец уверен, что ничего подобного никогда больше там не случится. Ты будешь за рулем. Полли и Сэм будут собирать дань. Непыльная работа. Зайдите к Ральфи, он даст машину и можете ехать. Окей, босс. И окошки у него, да? Вместо дыма, смотрите, что кольца. Скажешь, Фрэнк? Зайдите к Винчестеру с оружием. Так, я могу здесь что-то? А, не, ничего не могу. К Винчестеру за оружием. Погнали. Бильярд, кстати говоря. Да. Бля, еще бы вспомнить, как тут проходить. А, мне сначала сюда. Да, я в шоке. Так, кому? Куда? За оружием? Кому? Куда идти-то? К нему? Да, чего, блядь? Блядь, еще вспомни, как садиться здесь. Снаряжение пусто. Так, а как открыть карту? Бля, я давно реально в Бэтмен не играл. Куда, кому зайти, бля? Давайте посмотрю. Ну, тап. Чё, у меня ничего не происходит? Мне нужно еще зайти к Винченцо за пистолет. Пошли. Я что, знаю, где у него, где этот чел находится? Кому зайти? Куда, блядь? Значит, нам обратно получается, да? Ничего такого нет. Каком Винчестере? Обсудим все позже, Томми. Блядь, а где он находится, этот чел? С ним все позже, блядь. Пошел ты нахуй. Да куда, блядь, где? Привет, Ральф. У нас с парнями есть работа, нужны колеса. Ах, да, Томми. У меня есть еще одна крошка. Около 40 лошадиных сил, делает почти 60 миль в час. Mm-hmm.
Да бля. Ничего особенного, но ездить можно. Открыть ее легко. Возьми эту штучку и воткни вот сюда. Слегка поверни, когда щелкнет, открывай. Это просто как два пальца. Спасибо, Ральфи. Угу. Лучше иди, пока Дон не разозлился. Слушай, Томми, поговорим позже. А где мне найти вот это вот? Здесь, что ли, блядь? Да. Я в шок. Привет, Винченцо. Мне нужно оружие. Привет, Том. Думаю, вот это подойдет. Нет, дай-ка мне то, что ты положил. Наверное. Я все равно не собирался его использовать. Спасибо. Ты все равно занят, не буду задерживать. Иди, работа не ждет. Ля, вот это что за аппарат, нахуй? Ля, шо, не пыльная работа. Ладно, первым делом в ресторан на Центральном острове. Ох, дрифт пошел. Да уж, давно я здесь не играл в эту игру. Не, мусорня, блядь. Ой, осуждаю, мусорня. Не в другую сторону вообще, блядь. Ну, чел какой-то, смотрите. Bad guy. Нормально. Нормально. Так, нам сюда. Бля, дрифт пошел. Чел, ты, блядь, видишь? У меня главное. Да уж. Она еще дрифтовая, капец. Стой! Вот он. Вот он, тормози, Том.
Бля, там, смотрите, реально текстуру, знаете, как в этом, в Сан-Андре... А, понятно, что видят. В Сан-Андреске, да, типа такие прям, ну, вообще, типа, мыльные максимально, в которые нельзя заходить, да, там. Вот. А тут, типа, такая же текстура, но в нее можно заходить. Капец. Хотя она отличается от других, типа, там просто, типа, ну, мыльная, да, а здесь какие-то рамки есть, видно. Ты охуел, блядь. А с машине пизда полнейшая, блядь. Какой-то клаб хочет еще. Да уж. Вот что такое? А, это футбольное, это типа или теннисное? Футбольное, смотрите, поле маленькое. Маленькое футбольное поле. Бля, ну давай, не, ну пожалуйста, ну заедь. Да заедешь ты, блядь. Я в шоках, прикиньте, ребят, просто. Нет тяги, нихуя нет. А другой путь есть какой-нибудь? Да, через низ. Да, я в шоке. Я в шоке. А вот ибо нефиг гонять вообще. Сейчас полный. Ну хотя бы сюда заедь, пожалуйста. Потолкни, братиш. Братиш, подай. Потолкни. О. Заехали хотя бы сюда. Это вообще жесть. Да уж. Карты ноль. А, вот мы уже приехали. Да уж.
Вот и за город проехали с вами. Да, колеса прям классно сделаны. Подожди нас здесь, Том. Мы скоро будем. Ладно. Пошли. А что у них кольца-то? Почему такие кольца-то вместо дыма нормального? Да, чел, на заправке курить сейчас бы, знаешь, стоять. Еще, блядь, дунь в пистолет, блядь, кинь ту сигу вообще, блядь. Такое осуждаем, конечно. Ёбана. Сука. Ублюдки. Том, меня подстрелили. Больно. Боже мой, Полли. Передай Сальери, что теперь это наше место. Копишь? Еще раз здесь появишься, будешь выглядеть еще хуже, чем твои друзья. Вытащи Сэма. Они хотят выбить из него информацию. Вытащи его оттуда. Но тебя надо отвезти к врачу. Это подождет. Достань Сэма. Непыльная работа, мать ее. Погнали нахуй. Собаки. Батя. Умри же, мать твою! Больше ты этого не сделаешь. Так вот ты где. Больше ты этого не сделаешь. Так и как пройти-то мне здесь? Как мне его достать-то, Бля, ну мне патрон больше нет, что делать? Больше ты этого не сделаешь. Я убью тебя, ублюдок. Я убью. Ну и куда он делся? Умри же, мать твою. Умри же, мать твою. Мне будешь патрон, блять. А где мне их взять? Как рассказывай, кого ты там найдешь, блять. Блять, а где мне патроны взять, по-вашему? Пиздец. Ты ебался, завари уже, нахуй. Не, ну тут нас не могли же просто так оставить, правильно, блять? Без патрон просто-напросто, блять. Это просто, блять. Блять, это пиздец. Можно вот это хотя бы сломать? Он только ногами не умеет, да, драться, блять? Подожди, да, посмотрим. Умеет ли он ногами драться?
А там есть? Я могу взять у него, блядь, оружие? Я убью тебя, ублюдок! Умри же, дерьмо! Умри же, дерьмо! Иди сюда, у нас небольшая проблема. Я сегодня не в себе. Давай, ну, блядь, алё. Умри же, мать твою! Да до конца, блядь, у меня патрон нету, мужик, блядь. Я убью тебя, ублюдок! Умри же, мать твою! Да ты долбоёб, блядь, иди сюда, нахуй. Сюда иди, я сказал. Где, блядь, ты нахуй? Сюда иди, я сказал. Умри же, мать твою. Бля, бачил ты косой, я в шоке. Умри, 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 а, вот он ты стоишь. Алло, нахуй. Ты этого не сделаешь. Ты, сука, блядь. Умри же, мать твою. Умри же, дерьмо. Я убью тебя, ублюдок. Да дай мне оружие, любое, нахуй. Алло, я нахуй. Тебя, я убью тебя. Ну стреляй быстрее, ёпта, блядь. Мне... Где он, блядь? Патрон тут просто-напросто нет, понимаете? И типа, что мне делать с этим, блядь? Ни патрон, нихуя просто. Я никогда раньше не видел таких замков. Молодец, блядь. Никогда раньше такого замка не видел. Не долбоёб ты, блядь. Спаси Сэма. Господи, я не могу оставить Сэма там. Мне нужно вернуться и закончить с делами. Слушай, у тебя патрон нет нихуя. Давай начнём с этого, блядь. Хорошо. Да откроем. Открой, блядь. Сука, и чё мне делать? Попался. Шёл нахуй, блядь. Да уж. То есть нас просто так оставили с вами, да? Без патрон, без всего. Подожди, там, а там можно прыгать реально? Могу ли я запрыгнуть? Управление. Прыжок. А, на... Чего, блядь? Чё, блан, что ли, блядь? Спейс. Я могу запрыгнуть. Ну, жалко. О, ля, ты сотри, что я могу. Ля, ты посотри. Да, ну до меня доходит, знаете, не сразу, ребят, так что. Не удивляйся. Блять, охуенно все видно. Только без фокусов. Так. Поехали. Уф! Ты посмотри, что я нашел, блядь. Больше ты этого не... Смотрите, он здесь, он здесь. Смотрите, он здесь, он здесь. Соси, блядь. Я тебя убью. Умри, ублюдок. Смотрите, он здесь, он здесь. Я тебя убью. Смотрите, он здесь, больше он ты здесь. Этого не сделаешь. Больше ты этого не сделаешь. О, сюда, нахуй. Ублюдок. Так, 33 хп теперь у меня. Прикиньте. Ля, тут что можно... Сосал, блядь. Умри же, мать! Хорошо, тебе конец. Все быстро сюда. А,
понял, все. Ребят, извините, просто, блядь, сами понимаете. Не сразу догнал. Как что делать? Ну, вот можно так передвигаться аж. Так, Собакин здесь есть. Представь, Собакина здесь нет. Ладно, погнали. Это говорит, смотрите, он здесь, он здесь. Так. Томпсона берем 100%. Да, здесь больше ничего никак не открывается. Так, дай-ка, да. Управление. Бросить оружие, спрятать оружие, перезарядить на D. Так, подожди. Я убью тебя, ублюдок!
Ничего себе. Бля, прикольно, вот это прикольная игра. Вставай, Сэр, все кончено. Здорово они тебя обработали. Пойдем. Ох, господи. Ничего, ничего, ты будешь в порядке. Доктор тебя соберет, будешь как новенький. Ты же у нас крутой. Бля, я живу это того самого. Вот дерьмо. Ну вот, сейчас я отведу тебя обратно в машину. Все будет в порядке. Не дергайся, говнюк! Я нашпигую тебя свинцом! Давай! Только попробуй! Ты не пройдешь мимо меня! Спокойно, братан. Только не дергайся. Все в порядке. Уходи. Нет проблем. Только попробуй! Попробуй! Нет, попробуй! У него наши бабки. Лови его. Чего? С самого начала? Ты шо, ебанутый, блядь? Бля, я в шоке. Что мы взяли? Пять шибан. Ух, ебать, здесь ты прикинь. Видите, они поднялись первый раз за всю миссию наверх. Все, погнали сразу же. Ты не уйдешь. Да, посмотрим. Блять. Ебан, что совсем. Не уйдешь, блять. Ну, ну нахуй. Так там сами видели. Ты чего, блять, он. Поехали. Давай, заводись, ёпта.
Интермеца 1. 1938 год. Мы прошли ту миссию, кстати говоря. Ну, как-то такая стрельба из машины сделана, так себе, конечно. Так я и втянулся в это. Только что был обычным таксистом, и вот уже уважаемый мафиоза. Тебя не напрягала необходимость убивать? У многих с этим есть проблемы, знаешь ли. Понимаешь, я не из тех, кто жаждет крови. Не из тех, кому не хватает насилия. И не любитель проблем. Но и совесть меня не мучает. Они нас хотели обхитрить, так что пришлось обхитрить их. Никаких сожалений. Мне было абсолютно наплевать. Судьба других меня не интересовала. Все говорили, что это просто бизнес, и что семья должна держаться вместе. А ведь было время, когда я жил один, и нахрен никому не был нужен. Но внезапно все вокруг начали меня уважать. Каждый знает, что ты можешь помочь, но так же легко можешь и уничтожить его. И каждый пытается тебя задобрить. А что насчет полиции? Ты просто так вот взял и ушел с места, где было побоище? У тебя не было с этим проблем? Ты работаешь на полицию. Тебе лучше знать. Ты знаешь, что мафия управляет всем городом. Семья Сальери имеет 25 миллионов баксов в год. В газетах только об этом и пишут. Но никто ничего не замечает. Если хочет остаться в живых. Мы отстегиваем чинушам 6 кусков в месяц. Ваши боссы брали спиртное по оптовым ценам, да еще рубили капусту, когда Сальери и Морелло подкидывали им халтурку. Дело закрыто. За недостатком улик. Копы даже возили для нас грузы с выпивкой. Думаю, ты об этом уже наслышан. Так что насчет двух твоих друзей? Ну, они отделались легче, чем ты думаешь. Сальери держит хорошего дока для своих ребят, и не похоже, чтобы он часто задавал вопросы. Через пару недель они уже были здоровы и снова рассекали по улицам. Единственным, кто беспокоил нас, был Морелло. Он хотел стать большой шишкой, а этого Сальери позволить не мог. Сальери не собирался быть второсортным боссом. Знаешь, человек становится доном из-за того, что жаждет власти. И его не волнуют никакие законы, кроме собственных. Вот оно как, детектив. Он хочет быть сам по себе. Не зависеть ни от полиции, ни от властей, ни от кого. Вот почему человек становится доном. Сальери и Морелло оба хотели загробастать все. Они продолжали наезды друг на друга. Но оба знали, что если все выйдет из-под контроля, настанет ад. Большая разница между ними была в их методах. Я слышал маленькую историю о Морелло. Угу. Интересно. На, ёпта. Мне очень жаль, сэр. Я не хотел. Ты идиот! Понимаешь, что ты наделал? Ты понимаешь, сколько стоит эта машина? Я ехал медленно, мистер Морелло. Не знаю, как. Ты что хочешь сказать? Что я врезался в твою машину? Нет. Сэр, я просто... Сводись, хотел... научить, блядь. Нет, сэр, ни один... Да, еще и бьет, блядь. Водить, научись сначала. Ублюдок не смеет стоять на моем пути. Да, такое себе, слушай, да, такое. Сальери все уважали за деловые качества. Каждый знал, что его не нужно бояться, если делаешь то, что должен. Люди знали, что если им что-то нужно, можно прийти к Сальери. Так Сальери заводил друзей. Часто помогал людям с разными проблемами и ожидал того же самого в ответ. Если кто-то переходил дорогу, он нарушал основное правило. Охуенно звучка. И все знали, что за этим последует. Морелло же был просто подлый ублюдок. Он строил свою власть на жестокости. Даже его друзья боялись его. Большинство людей старались просто его избегать. Честная игра. 1932. Так, ребят, давайте-ка на этом закончим. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Да, наверное, короткая серия получилась, но вот так вот. Вот так вот. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующей серии. Давайте.